Командор, похоже, Ильдары собираются полностью разрушить инфраструктуру Меридиана. Они повредили станции связи, которые обслуживали знатных жителей. Из близлежащих хранилищ также пропали ценные вещи. Эти атаки возглавляет мощный ильдарский гравитанг, и силы имперской гвардии до настоящего момента не смогли остановить его. Если нападения будут продолжаться, защита планеты будет поставлена под угрозу. Наготове. Эльдары нападают без предупреждения. Братья, перед нами противник. Тактические десантники готовы. Поспешим, братья. Фаддей здесь. Вперед! Цель в зоне видимости. Thank you.
готов. Это Таркус. Жду приказов. Продвигаемся до свержения захватной руки. Враг. Враг пошел в рукопашном. Рукопашный в рукопашном бою. Перемещаемся. Уничтожить Ильдара. Ясно. Враг пал от моей руки. Противник уничтожает ключевое строение. Приказ выполнен. Тандерхоки для эвакуации. Победа — лишь прелюдия к следующей битве. Прилад Бенецио из дома Торилов передает вам свои танки, командор. Он ожидает, что ему вернут украденное и восстановят поврежденную станцию. Эта персона отдает себе отчет в том, что флот Тиранит приближается к сектору. Мы постоянно следим за распространением угрозы Тиранит, сержант. И мы еще не нашли доказательств тому, что Меридиану грозит реальная угроза. Де Роза, конец связи. Имперские техножрецы работали над восстановлением древней астрономической станции в джунглях Тифона. Если данные верны, эта станция способна детально просканировать весь подсектор. Это могло бы помочь нам обнаружить уязвимые места флота Улья. Нам нужно будет связаться с техножрецами на их базе на Тифоне и запросить у них эту информацию. Командор, капитан Ангелос на связи. Вы обязаны защитить мир, столицу и взять под контроль кузницу Ангела. Тем не менее, все будет тщетно, если мы не сможем разработать вооружение для атаки флота Улья. Вы должны найти скрытую на планете Тифон астрономическую станцию и захватить ее. Также вам необходимо получить образец биотоксинов флота Улья. Конец связи.